В результате пожара на территории Таировского отделения милиции, который произошел минувшей ночью, дотла сгорели два автомобиля. Как рассказали АТВ очевидцы происшествия, возгорание произошло около 3 ночи. Внимание жителей одной из высоток с балконов, который хорошо просматривается территория отделения, привлекли хлопки и звуки взрывающихся шин и бензобаков. Модель автомобиля очевидцам рассмотреть не удалось, однако люди уверены, горели иномарки. То, что от них осталось, утром забрал эвакуатор. В свою очередь, как сообщили пресс-службы гор УВД, по предварительной информации, в одном из автомобилей произошло самовозгорание. Позже огонь перекинулся на другое авто.